находится вот в этом здании огромном. И вот возле этого здания есть Эль-кафе, вкусняшечки, журналы вон Эль, мюсли, няшки-вкусняшки. И на входе огромный паук стоит. Окна этого здания выходят прямо на сторону, где башня. Нам, в общем, наклеили вот такие бейджики. Это значит, что мы можем пройти в ЦИП-студию. Она находится на 29 этаже. Я так рада, ребята, что нахожусь сейчас в YouTube-студию в Токио. Ни один русскоговорящий блогер, я думаю, здесь не был ни разу. Я, так сказать, первопроходимец. Думаю, вам тоже будет очень интересно посмотреть, какие здесь существуют студии. И вообще, может быть, я вдохновлю наших блогеров вести свои каналы, потому что у каждого есть возможность посетить это место. В общем, я очень рада, что я здесь нахожусь. Я думаю, что вы тоже чувствуете от меня эти флюиды счастья. Я с вами делюсь ими. Так, я сейчас покажу вам, что здесь творится вообще, что здесь есть внутри. Счастлива. Посмотрите на эти стульчики, мне бы такой домой. Никого здесь нет. Особенно посмотрите, пожалуйста, на этот вид. Достопримечательность Токио. Очень рада, что здесь разговаривают в основном на английском языке, так что мы нашли общий язык. Ребята вообще такие клевые, но я никого не знаю. Все, ребятки, закончилась наша YouTube туса. Было очень здорово, познакомились там с другими ребятами, авторами. Все очень креативные, позитивные. Я там набралась знаний. Ребята, сейчас иду по улице, посмотрите, какая красота. Я в шоке просто. Потрясает, конечно, то, что студий всего 4 в мире. Одна вот находится как раз-таки в Токио, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в Лондоне, да. И наши русскоязычные ютуберы все в основном в Лондоне снимают свои влоги. На самом деле они почему-то не разрешают снимать их в студии, но я все равно сняла их. Надеюсь, что они за это не забанят мой канал. Они предоставляют для авторов студии. Вы можете арендовать ее на час, либо на полдня совершенно бесплатно. Даже камеры предоставляют оператор. Все для вас, лишь бы вы снимали видео, лишь бы вы делились своими креативными идеями. Поэтому не бойтесь, не стесняйтесь. Делайте видео, снимайте видео. Много-много всего интересного будет с вами происходить. Все будет заканчивать свой влог, ребята. Сейчас едем на метро домой. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте пальцы вверх, если да. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Я вас всех очень сильно люблю. Пока-пока.